Добрый день! Вас приветствует команда Max Esthetic. Сегодня наша тема – аугментация губ и проработка над контуром, над кисетными морщинами, над увеличением объема, с помощью чего мы будем делать данную процедуру. Это Софидерм Deep, который решит все наши проблемы и сделает наши губы вот такими вот прекрасными. Данная модель 36 лет. Ранее была произведена процедура год назад увеличения контура губ и увеличения объема. По пожеланию пациента мы делаем повтор процедуры и учитываем все проблемы, которые присутствуют, изменение контура и исправление асимметрии, которая у нас есть незначительная, и увеличение объема. Мы продолжаем нашу процедуру. Открываем наш препарат. Для удобности проведения процедуры у вас в наличии есть две иголки 25G и 27G. Это для удобности, кто как привык работать. Для более удобного введения препарата можно использовать 25G. В 1-миллилитровом шприце удобно и 27G, в 2-миллилитровом удобно 25G. Мы проверяем иголочку, надеваем перчатки. И работаем. Для создания большего объема мы проводим процедуру более поверхностно. Всегда работаем с той стороны, которая первой стороны, которая у нас является асимметричной. У нас является симметричной правая сторона. Поэтому потихонечку прокол. И вводим препарат. Он у нас может распределяться, можно сделать губы в один прокол, можно сделать в большем количестве проколов. Все зависит от распределения препарата, поэтому контролируете больше вы. Четкость контура сформирована. Мы ввели 0,1 для формирования объема. Добавляем. Идем более поверхностно и вытягиваем. Индикатором будет распределение по всей губе. Сосудистые гемангиомы обходим для того, чтобы у нас не было дополнительного повреждения. Прокольчик. Правая и левая половина могут быть абсолютно разными. И введение препарата может быть индивидуальным. Даже на одном и том же пациенте.
Чуть-чуть распределить. В среднем уходит 0,4, 0,5, 0,3 в зависимости по линии Рикетса. Оцениваем ситуацию. Контролируем наше распределение препарата, его достаточно хорошо видно. И с одной точки прокола можно сформировать нижнюю часть. На деформации не ориентируемся, они полностью все распределяются, и куба становится равномерно сформированной после того, как размяли, прикрыть. Чуть-чуть вытягиваем угол для того, чтобы сравнять асимметрию. Так красиво у нас все получилось. Вытираем. И наносим заживляющую мазь либо заживляющий крем для устранения дополнительной отечности и болезненности спустя часа два после проведения процедуры. Такая у нас произведена процедура и сформированы губы с теми проблемами, которые мы хотели устранить. До скорых встреч!